17 грудня один із торговельних центрів Дніпра перетвориться на велике місто добрих справ. Принаймні, так обіцяють організатори. Біля керма багато людей, і всі вони мають досвід у благочинності. Тут і відома вам біржа «Добродій», і благодійний фонд «Кіддо», і численні волонтери, майстри, кулінари, аніматори. З 12 до 18 години обіцяють безперервне кипуче життя. Від розпису пряників до концерту скрипалів. Але не просто розважатимуть, зароблятимуть гроші. Яким чином і для кого? Точно знають мої гості. Це Анна Єрмолаєва, засновниця благодійного фонду «Кіддо», та Тетяна Альошина, режисер проєкту «Город добрих діл». До речі, це той випадок, коли ми можемо називати і місце проведення, і всіх учасників, адже комерційного сенсу для тих, хто це організовує, ніякого. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, откуда возникла ця ідея? Ну, понятно, що скоро Святой Николай. Как-то это совпадает или все-таки просто вот хорошая идея и нужно заработать денег? Вы знаете, на самом деле это совпадает, потому что мы занимаемся уже благотворительностью вот вместе с Татьяной в фонде «Кіддо» больше 4 лет. Мы очень дружим с биржей «Добродій», зачастую помогаем одним и тем же больницам, одним и тем же семьям и детям. И поступательно развиваемся, учимся, думаем, что сделать еще для того, чтобы как можно большее количество больниц и детей получили помощь. Конечно же, всегда были планы, и до этого мы делали какие-либо мероприятия в канун Рождества, в канун Нового года. И сейчас это, в принципе, самый годовой всплеск активности благотворительной. И идея объединиться была связана с тем, что мы хотели все-таки иметь больше общественный резонанс, иметь действительно больший эффект с точки зрения сбора денег. Тут, наверное, слово «зараблять» немножко неуместно. Мы их собираем, да. Соответственно, как бы мы уже, продумав концепт праздника, мы посмотрели, что, где сейчас наиболее горящая ситуация и кому на сегодняшний день нужно помочь. На самом деле мы вместе дружно остановились на 6-й детской клинической больнице городской, потому что, к сожалению, о них очень многие либо забыли, многие вообще не знают. Хотя на самом деле это больница, куда 80% детей с высокой температурой, с судорогами, с пневмонией, ну, с любыми экстренными ситуациями, именно в эту больницу деток с Днепропетровской пропиской везет скорая помощь. Отделение реанимации там, в принципе, силами нашего города и силами врачей, которые там трудятся, находятся на уровне, который в состоянии оказать помощь. Но есть вещи, которые вот просто кричат в современных условиях. Так, например, у них нет анализатора крови. В реанимации зачастую нужно на ЦИТ, как говорят в медицине, немедленно сделать анализ крови для того, чтобы дальше принимать решение, что делать с малышом. У них банально нет анализатора крови. И можете себе представить, реанимация должна забранную кровь отправлять в другую больницу и ждать иногда часы, иногда дни. Речь идет также о шприцевых дозаторах. На сегодняшний день при введении химиотерапии, антибиотиков, многих препаратов для детоксикации, ну, это практически невозможно работать в этих условиях. В отделении на 8 койко-мест реанимации всего лишь 2 шприцевых дозатора. И третья позиция, которую мы хотим очень приобрести для отделения реанимации, это отсос для очистки легочной системы в критических ситуациях. Он 70-го года. Он сейчас вот в интернете выложен. У нас небольшой ролик, силами тоже волонтеров сделаны об этой больнице. Это все можно увидеть. И мы прекрасно понимаем, что туда попадают дети, которые живут в нашем городе, в том городе, который мы все любим, и растут в том числе и наши дети и внуки. Поэтому вот точкой приложения этого прекрасного мероприятия мы выбрали на сегодняшний день 6-ю горбольницу. И все деньги, которые будут собраны в ходе мероприятия, будут потрачены, и потом мы покажем акт приема-передачи на вот те позиции, которые я перечислила. Ну, наверное, вопрос, Татьяна, к вам, поскольку вы режиссер мероприятия. Это говорит о том, что, наверное, все-таки запланировано это мероприятие как праздник, но с большой долей вероятности того, чтобы не просто собрать деньги, но и подарить действительно всем присутствующим приятную атмосферу. Итак, время прозвучало, день прозвучало, а вот место локации мы пока не услышали.
Город в городе у нас появится в центре нашего города. У нас есть прекрасный торговый центр «Каскад Плаза», который находится на Екатеринославском бульваре 1. Многие жители нашего города знают, очень красивое место, поэтому мы решили, чтобы наш город начал жить там. Он действительно будет небольшим городом, который будет иметь свои площадя, улицы, аллеи. У нас будет площадь мастеров. 16 мастер-классов для деток и взрослых. Лучшие мастера нашего города предоставят. В них можно будет поучаствовать, естественно, за какую-то плату. Но унести с собой прекрасные изделия, которые сделаны своими руками под руководством мастеров. Это мастера нашего города. К нам приедет гостья из Киева, который с очень интересным мастер-классом. Все могут в Фейсбуке на наших рекламных носителях посмотреть конкретные мастер-классы, записаться на них, прийти и получить удовольствие от созидания чего-то своими руками. Кроме того, у нас будет аллея искусств. На аллее искусств у нас будет выставка художников не только наших: Киев, Днепродзержинск, Днепропетровск, лучшие из лучших. И те, которые только пробуют себя, те, которые предоставили свои картины, которыми можно будет насладиться, которые можно будет купить для себя, для своих близких в преддверии праздника. Также на аллее искусств у нас будут работать дети, дети-артисты, которые это и трио трубачей, трио скрипачей, бандурист, вокалисты, танцоры. Свои сердца открыл весь город Днепропетровск. Можно перечислять всех участников, но на это не хватит времени эфира, потому что все, кто будут на этой площадке, они пришли с открытым сердцем, чтобы почувствовать себя одной большой командой, наверное, почувствовать такое... почувствовать ощущение причастности к хорошему делу. Кроме этого, у нас будет ярмарка, новогодний базарчик. Хочу сказать, что дети будут участвовать активно, они будут продавать, они будут волонтерами, они будут выступать. На новогоднем базарчике тоже очень многие мастера хедмейда и художники предоставили свои работы. Просто люди, которые спекли пряники, сделали какие-то волшебные орешки, сделали новогодние сувениры. Все это будет продаваться. Вот также будет работать у нас лотерея. На лотерее очень прекрасные призы предоставлены разного уровня ценности. Ну, допустим, у нас будут гигантские Дед Мороз из шоколада, которые люди смогут купить лотерею и выиграть. У нас будут сертификаты для деток из цунами и для взрослых. Годовые сертификаты, которые стоят 3500 гривен. Его можно, приняв участие, купив билет на лотерею за 200 гривен, можно выиграть приз за 3500 гривен. На аллее будет работать читальная арка. Наверное, знаете о социальном проекте как «Буккроссинг». Все, кто хочет перенести свои книги, которые дома уже не пользуются, детские, в этот день перенести, а взять себе другие книги, поменяться. Прекрасный проект. На площади тоже будет работать Дед Мороз. Внутри у нас будет работать Санта-Клаус. Вместе с детками, волонтерами, с волшебниками, которые наполнят наш праздник своей доброй энергией, своим искусством и подарят жителям города замечательный праздник. Я думаю, что благодаря вот такому симбиозу мы решим все вопросы, которые мы поставили для себя и для всего такого большого коллектива, который работает на этом празднике. Анна, по вашим внутренним ощущениям, много ли в городе Днепре людей с большим сердцем? Очень много, и как бы в принципе понимание этого и привело к тому, что мы занялись очень системно благотворительностью. Потому что на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что людей очень много, но каждый человек, который кладет 1 гривну в коробочку или переводит 1 гривну на счет благотворительной организации, он имеет полное право знать о том, что эти деньги потрачены по тому назначению, для той цели, на которую ведется сбор. То есть это все должно быть очень прозрачно и желательно, конечно, также эффективно. Поэтому однозначно колоссальное количество людей готовы помогать при условии, что эти вещи соблюдаются. И так мы и работаем, так мы и живем. И мы действительно спасаем сотни жизней и помогаем в тяжелых ситуациях врачам, которые трудятся, не покладая рук, сутками спасают наших детей. А на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что финансирование далеко от идеала. И именно благодаря тому, что тысячи людей в нашем городе готовы и помогают, и малыми платежами в основном помогает средний класс. И на самом деле это основная, так сказать, аудитория, которая имеет очень большое широкое сердце, и благодаря которой спасаются жизни детей. Если говорить для тех людей, которые, к сожалению, не смогут попасть на ваше мероприятие, но тем не менее готовы будут помочь,
дистанционно. Как это лучше всего сделать? Как вас найти? Вы знаете, это очень элементарно. Вот на сегодняшний день, то, что касается этого конкретного проекта, на сайте «Биржи Добродей», на страничке в Фейсбуке можно найти легко информацию об этом проекте. И в каждом посте есть ссылочка о том, что если вы не можете принять участие в празднике, вы можете пройти по ссылке и помочь прямо сейчас. И, кстати говоря, тоже очень приятно. На сегодняшний день уже на проекте «Добродей» собрано 3500 гривен. Еще праздник не начался. Из друзей фонда КИДА уже, от друзей фонда КИДА уже передано 20 000 гривен. Также на этот проект они уже внесены на счет фонда КИДА. Ну и, пожалуй, последнее слово это вам, Татьяна. Еще раз приглашайте всех на чудесное мероприятие. Я хотела немножечко сказать еще об открытых сердцах, потому что все, что сделано на этом празднике, дизайн полиграфии, печать полиграфии, ролик, видео, песня написана, все сделано волонтерами. Все актеры, которые, звук, который будет стоять на празднике, это все наши друзья, которые с нами вместе, мы очень им благодарны. Поэтому с 12 до 18 приходите, пообщаемся, увидим друг друга, обнимем друг друга, потому что мы вместе, мы живем в этом городе, он любим нами, и дети в этом городе, они все наши общие. Поэтому всех ждем и сделаем большое дело для нашего города, для наших детей. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, і за те, що робите велику справу. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була Анна Єрмолаєва, засновниця фонду «КІДО», та Тетяна Альошина, режисер проєкту «Місто добрих справ».